город пустой. Не поговор... Мало с кем поговорить. Все в основном побежали, понимаете? Мариуполь взять хотя бы тут же, да, Северодонецк, Волноваха наша, то же самое, все же разбито. Это, конечно, война, это всегда была страшна. Война всегда была страшна. Ну, как вам сказать, я же говорю, более-менее уже люди как-то привыкли. Ну, даже на вот слышу, что она летит, да, просто смотришь в небо и все, а не прячешься, ничего, не бежишь никуда, понимаете, вот в чем дело. От одного человека идет гадость, а миллионы потом простых людей гибнут из одного человека. Потому что ему так захотелось, мы его избрали, ему так захотелось. Он пошел этим путем. Но народ, что такое народ, а? Народ это толпа просто и все. Показали, туда идите, ребята, вперед, пошли туда. Показали, идите туда, ребята, пошли туда. Все. Вот это народ. Нету, понимаете, такого, чтобы ну, люди сказали, нет и все, допустим, там. А боятся или что, я не могу сказать, честно. Куда бежать? Кругом и там стреляют, куда бежим, и здесь стреляют. Так что смерть искать не хочется, лучше здесь, дома быть. Если она придет, то хоть дома. Тут у меня все родители, так что я бросать ничего не собираюсь. Чтоб там не было, бог с ним. Ну что, терпимо, терпимо для нашего города. Надеюсь еще на наши силы вооруженные, что все-таки не пройдет у российской армии. Жили, уже перенесли мы раз это в 2014 году. И снова такое же. Но никто не мог даже подумать. Лето, все строили свои планы, все как-то. Оказывается, сейчас планы строить нельзя. Это очень опасно. Поэтому все как-то стараются сидеть дома. В основном дома. Ну, конечно, со своей семьей, друг другу поближе. Как говорится, я говорю, если уж что, так. Ну, пусть слушают. Так мы будем все вместе. Если нас не будет, то это сразу раз и все. Поэтому находиться вместе, чем, не дай бог, кто-то из семьи погибнет, а другой останется. Это уже смысла. Я для себя не вижу в такой жизни. Поэтому... Я поеду, извините меня. За что? Я же говорю, сидеть и просить людей, помогите, я вот такая... Я бы работала, так меня же никто не возьмет там на работу. Очень много людей моих знакомых вернулись. Работы не... Потому что там им своим. Все, вот это будет хорошо.